сделать? Нужно говорить про антижанр, поскольку это преступление, которое подпадает под понятие преступления, не имеющие давности, срока давности. Если нацистских преступников, которые во время Второй мировой войны, значит, там, ну, этих, уничтожали евреев, цыган, русских и прочих, которые устраивали концлагеря, которые устраивали массовые убийства, судят до сих пор, даже если этого нацистского преступника находят где-нибудь в Чили или на там, Украине, его судят. Почему не надо судить тех, кто отдавал приказ на поражение 13 мая 2005 года? В том-то и дело, что мы, вот так сказать, те СМИ, те медиа, которые освещали эти события, мы должны об этом продолжать постоянно разговаривать, потому что у нас есть документы, и у политиков есть документы, и нам просто не простит Бог, если мы забудем об этом.